Фотопроект под названием «Объединяющая энергия атома. Россия. Франция» приурочен к 25-летию юбилея концерна «Росэнергоатом». В торжественном открытии выставки приняли участие заместитель главы города Александр Новиков и начальник отдела управления информацией и общественных связей САЭС Роман Петров. Хорошо, что вот эта выставка может сегодня показать нашему молодому поколению ту романтику работы в атомной отрасли, в атомной энергии, и каким-нибудь образом отразиться на их дальнейшем выборе своей профессии. Кто-то из них захочет связать свою жизнь с атомной энергией, кто-то захочет связать свою жизнь с промышленностью. Выставка дает возможность каждому прикоснуться к производственному процессу, увидеть в работе атомную станцию, оборудование, людей и весь тот уникальный мир, который представляет сегодня атомная энергетика России и Франции. Выставка очень хорошая, очень хорошие фотографии. Я погрузился в атмосферу той нелегкой работы наших собратьев, наших атомщиков, очень трудная работа. С выставкой можно ознакомиться до 25 февраля.